Я приветствую всех участников сегодняшней конференции. Собралось очень много народу, причем замечательно, что разные специальности. И интервенционные специалисты, и неврологи, и кардиологи. Причем и те, кто практикует в самой интервенции, и те, кто отбирают больных, ставят диагнозы. И вот как и в реальной жизни, на этой конференции такая дружная команда. Я желаю успеха нашей конференции. Good morning, everyone. I'm very pleased to be here at this important stroke conference, which is actually a very active topic for cardiologists and interventional radiologists together. This stroke, as you know, is a devastating illness, and at the moment around the world is not treated as well as a cardiac condition. This assembly here shows very good standard in the leading Russian centers, which are comparable to the rest of the world. Question now is, how to disseminate this therapy around all over Russia, but the same problem is faced in most countries. I am from UK, we got exactly the same problem. So I strongly believe that this conference will contribute significantly to improvement of care of patients with stroke around the world and in the Russian Federation as well. I'm very happy here to be in Moscow because I like Moscow a lot, and my impression is that it's really taking off with stroke treatment here in Moscow, judging from the first presentations of this Congress. So I'm really hopeful that all the stroke patients here in Moscow will get the right treatment as anywhere else in the world, like in Europe and in America. Более того, даже в одном регионе условия могут быть тоже разные. У нас есть крупные мегаполисы, где есть несколько центров. Поэтому у меня, Багр Геннадьевич, еще вопрос. Насколько разумно вообще иметь единую программу для всей страны? Это очень важное мероприятие. Обобщается не только мировой опыт, но уже и в Москве есть чем поделиться. И, честно говоря, я испытываю гордость за тех людей, которые смогли в такие кратчайшие сроки в одном из первых мегаполисов мира организовать настоящую инсультную сеть. Сейчас уточняются новые информации, показания, противопоказания, методики совершенствуются. Я думаю, все это приведет к тому, что наши пациенты будут лечиться еще лучше, чем теперь. I will start with referring to a very interesting and very important paper which was published recently in the European Stroke Journal by a large group of authors from many countries and in Europe, in 44 European countries. The survey was done in the years 2016-17 and published this year in European Stroke Journal. Я участвую немало в таких конференциях вокруг, в основном в Америке, и должен сказать, что я очень впечатлен уровнем лекций и программа, которая действительно state of the art, очень впечатляет, и очень вовремя я бы сказал, и это очень важно. То, что происходит сегодня в Москве, и это я понял благодаря организации, это что-то уникальное, что такой системы в мире на сегодняшний день нет. По данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, в 2006 году, только всего лишь 12 лет назад,
показатель госпитализации в разных регионах нашей страны варьировал от 26%, то есть каждый четвертый пациент с инсультом только госпитализировался, остальные лечились, соответственно, дома. И было всего несколько круглосуточно работающих томографов. Сейчас, как вы знаете, ситуация у нас кардинально изменилась. Сосудистая программа стартовала в первых 12 регионах в нашей стране. Сейчас, в общем, практически везде есть сосудистые центры. Есть только два субъекта, где их, ну, фактически сейчас нет. I think it's a very well organized meeting, very interesting meeting. It's very interesting to share with colleagues or other fields interest to treat stroke patients. It's a real need that we have all around the world, and in different way we are to manage this disease and to try to organize pattern and setups to treat stroke patients. So which is very interesting here in Moscow today, see that also in Russia and especially in Moscow you are facing this problem in a serious way, an effective way, and I'm sure that it will be one of the main topics in terms of disease that you treat in Russia in the next few years and the next future. Для меня близка проблема ишемического инсульта, поскольку она связана с нарушениями ритма. Именно этим мы занимаемся. Это очень большая проблема и первого, и второго грозного заболевания в общей популяции, инвалидизирующего, вызывающего и летальные исходы, сердечная недостаточность, высокая частота инсультов. Я думаю, что это очень полезно для такого кооперативного обсуждения. На сегодняшний день интервенционная радиология в плане лечения инсультов, наверное, самая развивающаяся профессия. Это самое прорывное направление на сегодняшний день. И, безусловно, без коллегиальной работы с нашими зарубежными коллегами невозможно двигаться вперед. Нам нужно обмениваться опытом, показывать наши результаты, смотреть их результаты. И только это позволит нам добиваться хорошего лечения пациентов с инсультом, с окклюзией крупноцеребральной артерии.